каждый фрикин месяц. Мы сюрпризы, я сегодня вообще не ожидала. Прыщ. Here we go again. Всем привет, ребята, вы на канале Mr. Little. Меня зовут Анастасия. Скорее всего, по названию этого видео, по моему внешнему виду, вы уже, в принципе, понимаете, что у нас сегодня за видео будет, да? Месячные. Снова месячные. Каждый фрикин месяц. Блин. Знаете, что самое ужасное во всей этой ситуации? Не то, что как бы месячные, ну как бы понятно, да, я не рада. Но тот факт, то, что у меня не было вообще времени к ним подготовиться морально, физически. Вообще заранее, где-то за неделю я готовлюсь, одеваю там ежедневки, вот это вот все. Но сегодня я вообще никак его не ожидала, потому что мой последний цикл был, наверное, чуть больше 2 недель назад. И такого сюрприза я сегодня вообще не ожидала. Просто, чтобы вы понимали, насколько все плохо, у меня даже нету больших прокладок, ну, то есть обычных прокладок, которыми я пользуюсь в первые дни месячных. У меня только вот есть одна для сна и вот такие вот ежедневки. То, что сейчас я пользуюсь мамиными и надеюсь, то, что днем, чуть попозже, мы сможем съездить, закупиться, я вам поснимаю. Ну, потому что это вообще пипец какой-то. Я не ожидала то, что они у меня так рано начнутся. В общем, ребята, давайте по порядку. Сегодня 6 февраля, время почти 11 часов утра. Я вообще как бы встала еще 2 часа назад, но тем временем я занималась собой, уже позавтракала, немного помонтировала, повалялась в кровати. Но суть не в этом. Короче, я сегодня проснулась, чувствую какой-то дискомфорт в своих трусах. Но я понимаю, то, что мне 16 лет, я не описывалась, вроде бы все нормально, да? Иду в туалет, не понимаю, что происходит, потому что на мне еще были черные трусы, ребята, черные, блин, трусы. И я смотрю, как бы не понимаю, типа это непонятно, то, что это кровь или что это еще может быть. Я такая сижу, не понимаю. Потом смотрю на свои ноги и понимаю то, что я вся в крови. Вот такой вот story time, ребята. Серьезно, я вообще никак не ожидала то, что у меня они сегодня начнутся. Вчера не было вообще никаких признаков. Все было нормально, а сегодня вот такое произошло. Самое, что меня пугает, это то, что мой последний цикл закончился 21-22 января, примерно так. Спустя чуть больше 2 недель у меня уже начинается новый месяц. Мне нравилось, когда у меня было в конце месяца. Ну да, вот так вот, вот, девочки. Вот такой вот пипец. Согласитесь, сейчас я выгляжу не супер шикарно. Сегодня все утро я пролежала в кровати, даже еще не умывалась, не переодевалась. В общем, я сейчас выписываю свои планы, потом пойду себя проводить порядок, потому что у меня мой первый день месячных — это и самый ужасный день, и при этом день, от которого все зависит, потому что как я его начну, как я его проведу, так и у меня пройдет вся оставшаяся неделя с этими месячными. А я хочу быть на позитиве, потому что еще целый день впереди, а завтра в школу, вся следующая школьная неделя просто пипец какой-то. Яблочко вкусное. Буквально 5 минут назад я сидела за компьютером, планировала свой день. У меня было все хорошо, и такая, о, у меня поднялось настроение, йоу! И бац, по щелчку пальцев, это все просто пропало. У меня поменялось настроение. Теперь я просто лежу в кровати, смотрю в потолок и не знаю, что делать. Ненавижу месячные, серьезно. Thank you.
это время почти 12 часов дня, а именно 11:45. Я сейчас хочу немного посидеть, помонтировать видео на мой второй канал, танцевальный туториал. Те, кто подписан на мой второй канал, то знают то, что я там регулярно пощу разные танцевальные видео, обучалки, так что, если вы не подписаны, переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь. И, в общем, да, сейчас хочу помонтировать немного, после чего, скорее всего, пойду обедать, потому что уже начинаю хотеть есть. Боже мой, ребята, вы посмотрите на это, что это такое? Смотрите на эту красоту! Это же макароны болонезе. Как вкусно пахнут, как на вкус прекрасный. Shit! Damn it! Ах! Шикарно, блин, ребята. Сегодня у нас на обед вкусная болонезе, которая была просто шикарная до момента, пока я не испачкала в ней свою футболку. Приятного аппетита, Алиса. Друзья. Как я вам уже сказала, сегодня воскресенье, и обычно по воскресеньям с часу до 5 часов вечера у меня танцы, 3 урока, но сейчас мне лень, мне тяжело, у меня ужасно болит живот, и я вообще не знаю, идти ли мне или не идти, мама и говорит идти, я не хочу. Ах. Но в любом случае, со вчерашнего дня я подготовила себе вот такой вот лук. Это вот такие вот голубенькие штаны от Shein. Также вот такая вот маечка, топ красивый синий, сережки, аксессуары. Это все, кстати, от Shein. Да, напоминаю вам про мой промокод, кику 15%. И да, вот такой вот лук. Все-таки решила пойти на танцы. Ну почему нет, ребят? Ну, простите, люблю я танцевать. Но я решила то, что сегодня я пойду только на один урок. Кей-поп. Это танцы под корейскую песню, кавер. А потом оставшиеся два урока. Это бибой, мужской стиль. И стиль с ногами. Я решила то, что не пойду, потому что я просто понимаю то, что я просто не выдержу. Да. Пойдемте тренироваться. Апдейт, время 2 часа дня, может быть уже полтретьего, и я только вернулась домой, чувствую себя в замешательстве, потому что, в принципе, я бы могла продолжить, но я понимала бы то, что в конце дня я была полностью бы выжата, а сейчас у меня, наоборот, куча энергии, поднялось настроение, и у меня надулся живот. Вы просто на это посмотрите. Я не знаю почему, но у меня во время месячных, даже если я ничего не ем, просто пью воду, то вот это вот происходит. Напишите в комментариях, у кого тоже такое, потому что это кринж. А по поводу моего личного самочувствия, то все вроде бы нормально, я не протекла, но единственное то, что было некомфортно танцевать, делать какие-то движения, там растягиваться,
потому что, ну, понимаете, да, с прокладкой это не очень комфортно делать, и да, я очень рада, то, что я все-таки вернулась домой. A few inches later. Боже мой, у меня вылез огромный прыщ. Как видите, я переоделась, и это потому, что мы сейчас поедем в магазин, поедем за покупками, мини-шоппинг. Плюс я вам уже говорила утром то, что мне нужны прокладки, так что съездим, закупимся, я вам потом сделаю мини-хол. И да, не обращайте внимания на звезду в моем лбу, вот они последствия, вылез огромный прыщ. Я в том самом отделе, ребята. Ага. Честно, мне немного кринжово, потому что тут стоит продавщица около меня, но в принципе никого нету. Так что будем сейчас с вами выбирать. У меня на канале, кстати, есть отдельное видео про прокладки, которые продаются в Таиланде. Так что, если вы хотите более подробно об этом всем, то я оставлю ссылочку в описании. Но сейчас я вам так быстренько все покажу. Закуплюсь, чтобы быть готовой к следующим дням. Вот так вот, вот выглядит этот aisle stand со всеми этими прекрасными штуками. Здесь очень-очень много брендов разных размеров и для снов, и для обычного дня. Мы обычно берем вот этот вот Софи. Ну, бери. Ну, какие советы от мамы дайте? Мама советует. Чудесные прокладки. У меня есть такие дома. В маленьком, да, размерчике. Ну, вот именно такие? Да. И как тебе? Очень классно, как шампунь на голове, который у тебя сейчас. Вот да, жопа также охлажда. Только на голове это не так плохо, как там. Это просто... Снежинками, понимаешь, это зимний набор, зимний. Шампунь у меня тоже зимний сейчас. Прокладок. Мы купили вот такие вот 29-сантиметровые прокладки для сна. Я вообще ношу 22, но для сна, чтобы не протекать, очень хороший вариант. Также вот 22 обычные, 25 еще есть, еще 22 и еще 25. Алисина зубная щетка. Colgate, два таких вот полоскателя для рта, один со вкусом пепперминта, а второй со вкусом зеленого чая. Посмотрим, как это будет вообще приятно или нет. Тоник мамин для лица, мед, наконец, мамина бескофеинная кофе. Она его просто обожает, никому никогда не дает. И вот, купили новые. Я сейчас переодеваюсь, пойду раскладывать прокладки и продолжать, соответственно, свой день. Протекла. Ну, как бы на мне была прокладка, но она не выдержала, и у меня теперь все грязные трусы. Супер просто.
Только что в Инстаграме мне пришел вот такой вот вопросик. И, кстати, да, ребята, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я очень часто там отвечаю. Не часто, я всегда отвечаю в директе. Иногда рандомно лайкаю ваши фоточки, так что обязательно подписывайтесь. И, в общем, какой даю я ответ? На самом деле, я тоже очень сильно боялась рассказать своей маме о первых месячных. Я не знаю, почему. Мне то ли было стыдно, то ли что, но я прям помню этот день, когда они у меня начались. И я думала вот рассказывать, не рассказывать, рассказывать, не рассказывать. Но мне повезло тот факт, то, что у нас дома уже были прокладки. Мама мне их уже заранее подготовила, типа, как бы, на, будь готова. И они у меня были, соответственно, мне не нужно было никому ничего там говорить, то, что у меня нету, можете мне съездить купить и так далее. Я просто начала ими пользоваться, и как бы мама сама узнала во второй половине дня. Она просто зашла в наш туалет и как бы увидела прокладки, и типа такая, начались, я такая, да, она такая, ну, держись нормально. Так что, если вы боитесь говорить, то, как бы, в принципе, ничего страшного, в любом случае узнают, и тут, как бы, ничего плохого нету, ребят, но на вас же не будут кричать то, что, а, у тебя начались месячные, так что не бойтесь этого, просто, типа, мам, у меня они начались. И такие, ну, все, ок, нормально. То есть, это не то, что нужно бояться, стесняться. Можно, да, не говорить, в любом случае узнают, но если вы хотите, чтобы у вас была помощь, чтобы вам помогали в эти первые дни, потому что по своему опыту могу легко сказать то, что мне было очень странно открывать эту прокладку, понимать, как ею пользоваться, что и как, я даже боялась ходить в туалет, чтобы вы понимали, я боялась увидеть эту кровь там, так что если вам нужна помощь, то лучше сказать, но если боитесь, то просто go with the flow, да. Это, наверное, был самый ужасный совет, который кто-либо когда-либо давал. Офигеть, Настя. Конечно же, так как у нас с вами сегодня первый день месячных, ночь, это значит то, что завтра утром будет пипец, так что беру 29-сантиметровую прокладку на ночь, надеюсь, она мне хоть как-то поможет. Ну что, ребята, апдейт по прокладке, в принципе, нормально, шикарно все село, я думала, то, что будет некомфортно такую большую одевать, но чё я жалуюсь, я одевала 42-сантиметровую прокладку один раз, ребята, и это был пипец просто. Боже мой, как я до кого докатилась. Ну, в общем, я поняла то, что неважно, какой день, в том смысле, то, что месячные, не месячные. Сегодня воскресенье, а у меня каждое воскресенье self-care day. Это день, когда я вечер уделяю себе, убираюсь в комнате, готовлюсь к следующей неделе, принимаю душ, мою голову, иногда я также принимаю ванную, но сегодня решила то, что нет. Все-таки голову помыла, провела хорошее время в душе, сейчас делаю свою скинкер рутину. Напишите в комментариях, было бы вам вообще интересно видео, вот этот вот self-care рутина во время месячных, не знаю, напишите в комментариях, я вам все там покажу, как я восстанавливаюсь, как я готовлюсь к предстоящей неделе. Да, все зависит от вас, насколько вам это будет интересно.
вот такой вот прекрасной ноте я хочу закончить это видео. Как вы заметили, сегодня утром у меня было не самое лучшее состояние, но со временем настроение поднялось, и это опять же вам такое напоминание, то, что если вы возьмете себя в руки, то у вас точно все получится. И да, очень надеюсь, то, что вам понравилось это видео. Время 10 часов вечера, я сейчас буду ложиться спать, так что ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас целую. Всем спокойной ночи и всем пока.